Не каждого студента в Пензенском государственном университете встречают с таким размахом, но приезд Александра и Анны Большуновых – особый случай. Несколько лет назад прославленные лыжники решили учиться в нашем городе. На занятиях в силу графика тренировок бывать не удавалось, но выручали онлайн-лекции. И вот ответственный момент – время получать диплом. Анна уже закончила магистратуру, а Александр стал выпускником Института физической культуры и спорта со степенью бакалавра. Получается, Александру Александровичу Большунову, студенту группы 17. Весь наш университет переживает. Я всякий раз, когда после очередных гонок прихожу в университет, спрашиваю, смотрел, видел, все с восхищением об этом говорят. И чем больше вот таких ребят, неважно, в чем они себя проявляют, в данном случае вот Саша проявляет в спорте, чем сильнее наша страна. Поэтому мы гордимся, что вы у нас, Саня, учитесь. Вот, и будем создавать все необходимые условия, чтобы вам всячески помогать. Александр Большунов за последнее время дорос до статуса одной из самых ярких звезд в лыжных гонках. Он стал первым среди россиян, кто завоевал главную награду Кубка мира – Большой хрустальный глобус. А год спустя повторил это достижение. Кроме того, на его счету победа на чемпионате мира, многодневки, тур-де-ски. Единственной непокоренной вершиной остаются Олимпийские игры. Кстати, подготовительный цикл к ним уже начался. Не мешает этому даже пандемия. Как-то сказать, что подготовка срывается, я думаю, это сказать неправильно, потому что все идет по своему плану, и уже есть как бы опыт того года, как и что делать, как, какие меры предпринимать. Поэтому подготовка идет. Я надеюсь, то, что уже там, через несколько дней, может, там, в течение недели, я все-таки начну тренироваться в полном объеме. Кстати, и название бакалавра Александр Большунов не остановился. Он решил пойти по стопам своей жены и подал документы в магистратуру. Подробнее о своей учебе прославленный лыжник рассказал в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Как и после побед, эмоции положительные, то, что планку, которую ты ставишь, ты достигаешь, как бы и не останавливаешься на месте, а стараешься идти вперед как в спорте, так и в учебе. Полную версию интервью с Александром Большуновым смотрите в итоговой программе события. Она выйдет в эфир в субботу в 16:00.